Помпа продиктована устройством контроля потерь. Помпа закачивает жидкость из емкости для рабочей жидкости, подает ее в оперируемый порост, и после того жидкость возвращается в емкость для сбора аспирата. То есть в процессе работы общая система двух банок имеет неизменный вес. Если жидкость, попадая в операционный порост, не возвращается обратно, то система из двух банок становится легче. Разница этого веса как раз и указывается на индикаторе помпы в разделе потери.